Привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budublog.ru и www.makivara.ru. Сегодня я хочу в этом видеоподкасте рассказать вам о том, что и как лучше пить во время тренировки и стоит ли это делать вообще. Вот с чего я начну. Существует на самом деле несколько противоречивых мнений. И люди готовы спорить с пеной, значит, у рта, надо ли во время тренировки пить или нет. На самом деле, довольно разрешаемый вопрос, который зависит от нескольких вещей. Оно понятно, что во время любой большой физической нагрузки идет потеря жидкости. Она, значит, испаряется, выделяется в виде пота, то есть испаряется, вот. И, соответственно, вы жидкости теряете. Если жидкости много потерять, то и вы субъективно почувствуете достаточно высокую потерю силы и воли к дальнейшему продолжению тренировки. Но и это не только субъективный критерий. То есть объективно сила тоже может упасть. То есть никакая сила воли не поможет вам что-либо сделать. Но есть просто момент. Видите, мы говорим о силе, да? О силе, о воле, там, да? Все такое прочее. Но это мы говорим это о том, когда вы очень сильно теряете много жидкости. На самом деле все происходит именно в такой последовательности. Сначала происходит некоторая потеря там, силовых показателей, и только потом, когда возникает высокая степень обезвоживания, когда у вас возникает очень сильная жажда, вы начинаете терять уже волю к тренировке. Вот. На самом деле в организме человека всегда находятся достаточно большие запасы воды. Если вы не бодибилдер, который находится в периоде сушки, да, и особенно предсоревновательный, когда у вас очень мало жидкости в организме, то в организме всегда жидкости очень много. Очень много. Есть ее масса депо, это в интерстициальной жидкости, а в коже, это в жировой ткани. В депо крови там тоже она находится, эта жидкость. Есть всегда запас. То есть ее немало, на самом деле. Вот. И объем циркулирующей крови может снижаться в очень больших пределах, и человек будет испытывать при этом себя довольно-таки комфортно. Вот. Поэтому стоит ли? Вот все зависит от того, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь такими видами спорта, как кроссфит, воркаут, да, то небольшое количество жидкости, вы находитесь как бы на месте, да, у вас нет ритмичного цикла, у вас интервальная такая нагрузка идет, да, вот, вам нужно сохранять высокую силу и высокую концентрацию жидкости. Можно пить в процессе тренировки по чуть-чуть, всю тренировку. А вот в детстве моем, когда я только начинал заниматься карате сначала, вернее, сначала боксом, потом карате, потом опять боксом, нам тренера запрещали пить вообще во время тренировки. И делали это, как я понимаю, исходя из других понятий. Может быть, там попить немножко было бы нормально, но не у всех есть понимание того, что такое немножко и как это. Стоит разрешить только попить, да, ребенку, который занимается в спортивном зале, с него пот там течет, он в туалет выбежит и выхлестает там это полкрана. Или если у него лимонад с собой, он может выпить там 1,5 литра лимонада в раздевалке. Вот. И не у каждого спортсмена воля есть такая, чтобы просто прополоскать рот и сделать пару глоточков маленьких. Вот. Поэтому на самом деле есть способ, как избежать этого всего дела. Надо брать с собой лимитированное количество жидкости. Кстати, я спорить ни с кем не собираюсь по поводу того, сколько надо пить, много там или мало во время тренировки, или вообще не пить. Я могу и вообще не пить во время тренировки. Иногда я даже так и делаю. Для того, чтобы определенные какие-то волевые качества проработать. Вот. И потом не все тренировки требуют незамедлительного восполнения жидкости. Например, если я занимаюсь бегом, во время бега я пить не буду. Мне не надо, чтобы у меня булькало что-то в животе. И с бутылкой мне бегать неудобно. Если я плаванием занимаюсь, аналогично, могу плавать 2 часа, но там, правда, через кожу всасывается столько, сколько надо. Хотя при плавании происходит потеря веса. Это говорит о том, что с потом жидкость тоже теряется.
Вот. Потому что если взять импеданс, да, то теряется именно жидкость. Не жировая, не какая-то там ткань, там что-то еще. Ну, там гликоген частично и жидкость. Вот. Поэтому давайте дальше продолжим. Сколько же с собой жидкости брать? Я выработал, значит, эмпирически для себя такое правило. И для тех, кто занимается у меня. Если человек весом до 90 кг, то на полуторачасовую тренировку интенсивную ему хватает пол-литра воды. Он где-то потеряет, то есть интенсивно тренируясь, очень интенсивно, там, например, занимаясь боксом, дегидрация может составить, ну, предположим, где-то от 800 до 1,5 литра. Так вот. Вот. Но вполне достаточно пол-литра жидкости, не больше. Во-первых, она и всасывается не так быстро, пьете, когда вы ее. Во-вторых, она нужна больше для того, чтобы смочить сохнущие слизистые рта. Если вы это дело делаете, то вы не испытываете такой уже большой жажды дальше. Вот. Поэтому я беру с собой вот такую штучку, иногда такую. Это термос. В нем находится чай. А иногда просто бутылку с чистой водой. Это от настроения больше моего зависит и от того, где и когда я, собственно говоря, собираюсь тренироваться. Если это лето и там жара немыслимая, я лучше, конечно, воду просто возьму. Вот. Потому что чай я люблю горячий. А если это там как-то похолоднее, или я с утра занимаюсь, то мне нравится горячий чай. Хотя и даже когда летом жарко, иногда мне тоже нравится горячий чай. Многие с собой берут сам-чай, когда занимаются йогой, цигун, воркаутом, да, на улице занимаются. И берут с собой термосы большие. Вот я хочу сказать, я хочу предостеречь вас от того, чтобы брать с собой большой термос. Я понимаю, если вы хотите поделиться со своим товарищем, то да, там берите. Но чай такая штука, она очень такая коварная. Сколько возьмешь, столько и будет выпито. Возьмешь литр, будет выпит литр. Возьмешь полтора, будет выпито полтора. Два возьмешь, будет выпито все два. Фактически тренировка может превратиться в некую ее, там, форму чаепития. Может, это и не вредно, хотя какой чай, смотря, пить. Если это черный пуэр и выпить его 2 литра, то не факт, что это полезно для здоровья, может быть. Ну и равно как и, наверное, другие виды чаев. Все полезно в меру. Вот. Немножко по-другому на это обстоит дело. С водой, воду чистую просто не очень хочется пить, поэтому я рекомендую с собой брать именно только чистую воду. Можно иногда с изотоником, но постарайтесь, чтобы изотоник был не подслащенный, чтобы невкусный он был. Если вкусный будет изотоник, вы как лимонад будете хлестать эту воду, и в итоге выпьете больше, чем ее, собственно говоря, нужно. Вот. Закончилась ваша тренировка, выпили вы жидкость вашу, и постарайтесь в течение где-то получаса ничего не пить. По одной простой причине. Если вы будете пить сразу после тренировки, то вы в состоянии, если у вас нет силы воли, или если вы не понимаете, сколько нужно выпить, вы просто не знаете сколько, вы можете выпить литр и два, чем нагрузите свое сердце, вены. Вот. И толку от этого вообще никакого не будет. Потому что вы будете отталкиваться от вашего чувства жажды, а не от истинной потребности организма вашего в жидкости. Вы выпили там чашку воды или бутылку воды пол-литра, она еще не всосалась, а вы еще хотите дальше пить. И вы еще выпиваете столько же, и только потом она начинает всасываться. Вот первая та порция. И в итоге вам бы ее хватило, у вас уже было бы насыщение, не было бы чувства жажды, но вы уже выпили столько воды, а ей деваться тоже некуда. Она все равно должна пройти сначала через сердечно-сосудистую систему. Она в кишечнике всосется вся, потом обратно профильтруется в почках, и потом уже выйдет сам с мочой. То есть вы нагрузитесь.
И фигня, когда говорят, давайте промоем почечки, там это хорошо, там побольше, гидродинамический такой там удар по почечкам сделаем. Не надо никакого там удара по... Если у вас почки здоровые, и вам не надо вымывать там какие-то камни, или если это не является лечебной процедурой, там, да, что вам надо именно мочегонные какие-то и очень много жидкости, то делать этого не надо. Особо почки перегружать никакого смысла нет. К тому же вы перегружаете не только почки, но и всю сердечно-сосудистую систему. Помните об этом. Так вот, если вы не попили полчаса, то вы выпьете потом столько, сколько вам надо. Выпейте чашку чая или сам стакан воды, и вам этого будет вполне достаточно. Вообще, конечно, всего правильней вот, руководствоваться специальными таблицами, которые показывают о том, сколько жидкости вы должны выпивать в день. Не зная свою тренировочную нагрузку, вы можете просто на тот период, который у вас идет во время тренинга и после тренировки, особенно после тренировки, чуть-чуть усилить, то есть увеличить то количество, то есть большую часть той жидкости, которую вы должны выпивать в течение дня, выпить после тренировки, во время и после тренировки. Хотя на самом деле можно распределить все и ровно, и тогда вообще будет все шоколадно. Вот, поэтому не берите много с собой. Человеку до 90 килограмм, как я пытался сказать, но, видимо, не сказал, а может, я забыл, что сказал, достаточно пол-литра жидкости во время тренировки, полуторачасовой. Точно не сказал. Я заговорил о том, что во время полуторачасовой тренировки теряется от 800 до 1500 миллиграмм жидкости. То есть от 0,8 до 1,5 литра. Вот. Для того, чтобы не испытывать какого-то дискомфорта большого во время тренировки, вам достаточно выпивать с пол-литра. Если человек больше 90 кг весит, можно немножко побольше, да? То есть, там, предположим, 700 мл. Да? Вот так вот. Пол-литра – это два стакана. Ну, больших имеется в виду стакана по 250 мл. Вот. А не по 166, да? Как алкоголики пьют одну бутылку на троих. Получается по 166 мл 0,5. Вот. Так что это вы за того рассчитываете, если вы пол-литра берете, а с вами еще два товарища занимаются, вот у вас даже по 200 мл не будет. Так что, если вы для кого-то берете, берите больше. Если для себя, пол-литра вполне достаточно. Ну все. Вот такой вот у меня подход, который действует уже на протяжении долгих лет и очень себя, скажем так, оправдывает. Я могу посоветовать вам просто воспользоваться моим методом. Если у вас есть какой-то свой, то делитесь. Вот. На самом деле очень много методик в литературе, в интернете можно найти. Я рассказал вам о том, как это делаю я. А вам удачи!